Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца» проводит в память о народном артисте СССР, сопредседателе Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Василии Лановом. Организаторы предлагают два конкурсных направления – художественное прочтение отрывков из произведений классиков или стихов о Великой Отечественной войне. Участникам это могут быть подростки от 12 лет, семьи и творческие коллективы. Необходимо прислать свою видеозапись. Заявки принимают до 13 марта.